Как хочется съездить в Италию. Говорят, там вкусная паста. Хорошо, что Саша принес машинку для лапши. Ну что, эту коробочку мы сейчас с тобой откроем. Да. Да? Это у нас машинка для лапши. Мы будем с тобой делать... Лаваши. Что у нас здесь? Давай высыпем это. Давай высыпем, хорошо. Сколько всего? Две тарелки. А я сразу за инструкцию взялся. Давай пакетиками пошуршим. Любишь пакетиками шуршать? Смотри, вот здесь у нас есть разные формочки, видишь? Да, курица, лапша, пицца, помидор. И клубничка. Так, смотри, мы с тобой сейчас вот это устанавливаем сюда. Оп! Пам! И вот так вот. Все. Смотри, я открыла это. Так, хорошо. И выставляем вот это вот. Руки. О, открыла. И как тебе? И мять можно? Мять можно, нужно мять. Так, тебе приятно? Да, очень. Мы с тобой вставляем сюда насадку без зубцов. Колбаса. Давай, небольшой кусочек. Давай небольшой кусочек отщипим. Хорошо, хорошо. Так, вот ну, так. Тут ножик есть. Хочешь ножиком отрезать? Отрежь ножиком. Откасаем. Давай, получилось. Вот. Колбасу. Ап! Подожди, смотри, что-то получилось. Раскатали. Давай его еще раз. Давай, крути. Так. Вот, не сюда, в другую сторону. Вот так, вот так. Ага. Оп. Смотри, вышло. Вышло. А теперь можем делать лапшу. Значит, мы вставляем эту штуку сюда. А ты ее вверх ногами держишь. Да, может быть. О, пошло, смотри. Смотри, макароны. Лапшу подрезали. О, у нас получилось. Надо лапша. Отрывать. Покажи надо, туда, надо, что у нас. Что надо, у нас получается? Надо маленькие макарошки делать. Это мы тебе. Сейчас этот раскатаем. А теперь давай сделаем красненький помидорчик. Помидорчик хочешь? Открывай и сама. Можешь помочь? А если мы красную лапшу сделаем? Ты хочешь красную лапшу? Нет. Томатную. Томатная нет, лапша. Нет, нет. Можно нет, сделать зеленую. Нет. Ля-ля-ля-ля-ля. А я пока что помидоры сделаю. Да, только похоже на картошку фри. А? Вот так. Это не. Я сделаю много помидорок. Ты помидор будешь? Я не ем помидоры. Когда мне себе два возьму. О, я возьму вот это. Мне надо... Что ты из этого сделаешь? Нет, надо белое и красное. Я тебе сделаю курточку. Курточку? Курочку. А, курочку. Вот, белая костик. О, на, открывай. Вот это открывай. Вот это открывай. Подожди, у меня закончились руки еще, когда мне второй пакетик дала. Подожди. Я хочу все открыть. Помоги мне. Морковка везде. А где морковка? Морковка? Ой. А нет, морковки, это же лапшичная. Вот морковка. А, сбоку еще, смотри, да. Сбоку еще. Зеленую можно. Дайте. Вот эти же пакетики обратно мы не закроем, правда? Да. А пластилин высохнет. Да? Он высохнет, тесто пластилин, он высыхает. Поэтому смотри, в комплекте есть пакетики. И мы в него ложим. Кладем. Кладем. Да. Кладем. Потом пойдем. Чтобы пластилин не высох, убираем. Ненужный пластилин в пакетике. Вот. И потом мы сможем с ним продолжить... Играть. Правильно. А мы будем долго играть? Ну, а ты сколько хочешь? 6 минут. 6 минут. Значит, будем играть 8. О, какая маленькая именненькая морковка. Это мне. А, Саш. Да. Подожди, пожалуйста. Тут у тебя целая тарелка всего. Что здесь? Смотри. То есть это получается у нас... Куриная ножка. Да. Да? Вот это вот. Да. Хорошо. Макарошки и помидорчики. Да. И моя колбаса почему-то здесь у тебя. Ладно. Тебе делаю ужин. Ужин. Мой сын. Значит, мы... Мам, хочу есть. Может, я тебе помогу, мам? Нет. А можно я тоже что-нибудь себе сделаю? Конечно, делай себе хоть картошку. Я не хочу картошку, я хочу, знаешь, что это? Я сделаю себе листик салата. Оп. Все, и у меня есть листик салата. Давай. Класс, давай. Положи мне. А мы с тобой все сделали правильно. Ты без инструкции разобралась, понимаешь, о чем я?
Молодец. В отличие от обычного пластилина, тесто для лепки принимает желаемую форму легче. Готовые фигурки застывают на воздухе, сохраняясь на долгое время. Так что с ними можно играть после лепки. Это была машинка Волши от Genial Kids. Всем пока. Всем пока. Пока. Я пошла выключать камеру.